Сегодня ночью в Стольном граде Екатерины случилось непонятное обострение на ниве автомобильных воспалений. За одну ночь в городе сгорело, прикиньте, 10 машин. Такое впечатление, что акцию устрашения провели луддиты, разрушители машин. Хотя воспламенения разрывали ночную тьму в разных частях миллионника, так что какая-то организованность процесса вообще не усматривается. Наиболее ярко и массово горело во дворе дома на Краснофлотцев 48, где в половине четвертого часа утра на местной охраняемой парковке вспыхнул Мерседес. Он, соседняя Митсубиси и будка ночного сторожа сгорели совсем. Кроме того, огнем сильно повредились стоявшие поблизости бездорожный Митсубиси Аутлендер, элитная Акура и отечественные Семерка и Девятка. Площадь автопожара оценили в 50 квадратов. Причина массового аутодафе выясняется. Помимо этих 6 тачек, в эту же ночь сгорели еще Джилли на автомагистральной, Тойота на улице Стачек и 2 подорожника на Кобозева. Во всех случаях причины воспалений пока не установлены, но ясно одно – война людей и машин не за горами.